В связи с происходящими в Армении событиями ко мне поступают ежедневно вопросы, дабы узнать, как лично я отношусь к происходящему. С одной стороны, приятно, конечно, что мое мнение кого-то интересует. Но с другой стороны, немного по другой тематике я. И давать оценку происходящему, как вы понимаете, не в моей ротации. Но коль есть спрос, я отвечу. Отвечу один раз и сразу хочу заметить, что это будет мое личное субъективное мнение. С этим можно будет соглашаться, можно не соглашаться, но озвучу то, что думаю. Конечно, ни для кого не секрет, что Серж Саргсян мог радовать своим присутствием во главе государства только покойника или того, кто получает какие-то дивиденды от него. Не обязательно деньги, это могут быть какие-то другие гарантии в бизнесе, например, росте карьеры и прочему. Других причин того, за что можно было бы обожать Саргсяна, я, увы, не вижу. Если кто-то считает иначе, то под этим выпуском может дать конкретику. Я с удовольствием прочту. Серж Саргсян, находясь у власти 10 лет, так и не поднял экономику в стране, а напротив, свалил ее ниже плинтуса. Все лучшее, что было куплено и возведено в Армении за годы правления Саргсяна, сделано благодаря той же диаспоре. И то за годы того же Саргсяна та же диаспора много меньше стала поощрять финансами историческую родину, априори зная, что деньги разворовываются, а коррупция процветает вместе с процветающим Сашиком Саргсяном, братом уже экс-президента Армении. Бандитизм полнейший, количество бедных возрастало. Делать какой-то бизнес в Армении вредит самому же себе. Молодежь не видела будущего и готова была уехать, чтобы претворить свое будущее в других странах. А другие страны с легкостью принимали армянскую молодежь, потому что она талантливая, потому что она умная, потому что она трудолюбивая. Представители разных стран могут только подтвердить мои слова. Армянская молодежь, в отличие от молодежи некоторых соседей, это не воры в законе и не перекупщики фруктов и овощей. Это гуманитарии, это физики, это химики. А среди старшего поколения, которые вынуждены были оставлять семью в Армении, ехать работать за рубеж, как правило, были ремесленниками, в основном строители. Как видите, я говорю все в прошедшем времени, потому что, надеюсь, беспредел теперь закончится. И кто бы ни пришел к власти, тот новый муж начнет понимать, что с народом шутить нельзя. Всему есть предел. А Саргсян? Что Саргсян? Его главная ошибка была в том, что он в очередной раз обманул свой народ. Говорил, что не сядет в кресло премьера, но уселся. Только кресло быстро развалилось. Он упал и понял, что был неправ, по его же словам. Считаю, что республиканская партия изжила свое, Саргсян ее развалил в угоду своих же амбиций. Для РПА наступил Ватерлоу, так как только дурак может иметь хоть чуточку доверия нынче к РПА. Ведь известно, что рыба гниет с головы, а РПА уже сгнила. Я понимаю, что на фоне происходящей эйфории многим не понравится то, что я скажу. Но опять же напомню, что это мое личное частное мнение. И я на него имею такое же право, как и каждый из вас на свое мнение. Начну с того, что я поздравляю Пашиняна с тем, что ему удалось сделать то, чего не удавалось многим другим. Разумеется, здесь поспособствовали несколько факторов. Начнем с того, что сам он человек далеко не из народа, то есть не тот, что вышел
из толпы и вдруг скинул лидера страны? Нет. Пашинян депутат, за ним его 7% четко стояли. И эти 7% оказались в нужном месте, в нужное время, в то самое время, когда Саргсян в очередной раз обманул и без того обманутый и озлобленный на него народ. Иначе говоря, этих 7% хватило в это нужное время для претворения революции. Вовремя, чтобы прикрепить к себе остальные 80%, а то и больше. Это мог быть не Пашинян, а кто-то другой, но Пашинян оказался проворнее и умнее. И в этом его, конечно же, заслуга. Теперь о самом Пашиняне как личности. Помните ту Людмилу Прокофьевну из служебного романа? Я вам не верю. Ну, не верю. Так и я хочу сказать. Ну, не верю я вам. И я это говорил с самого начала людям, которые находятся в моем ближайшем окружении. Пашинян из среды журналистов, то бишь моих собратьев по перу и микрофону. В журналистах есть один маленький такой нюанс, который может подпортить всю его дальнейшую карьеру, если знать и учитывать этот самый маленький нюанс. Мы те самые люди, чья сознательная жизнь вся на виду у аудитории. Мысли, мировоззрение, бесстрашие, если таковое есть. Журналиста нельзя спрятать за ширмой, так как в истории остаются его публикации, его мысли, его внутреннее восприятие мира. И все это выдвигается к слушателю, читателю. Я не верю Пашиняну потому, что ознакомился, с кем он работал в разное время, каких политических деятелей он озвучивал в разное время, посмотрел некоторые его публикации. То в штабе Левона Терпетросяна, то публикации на тему того, что необходимо, дескать, вернуть какую-то часть Карабаха. Вы считаете, что сейчас он думает иначе? Возможно. Но если он сейчас думает иначе, то как честный человек, как честный гражданин должен так и сказать, что, дескать, я сейчас думаю иначе, а не так, как 10-15 лет назад. Мол, да, я действительно так считал, но теперь считаю иначе, что был неправ. А пока что оправдывается тем, что не говорил такое. Хотя уже и публикацию вроде как достали. Не проще ли сказать правду, чем давать возможность изжившему себя РПА чернить его имя, имя Пашиняна? Только одно то, что он возглавлял пресс-службу Левона Терпетросяна, говорит о многом. Так покайся, зачем отрицать? Вот если я сейчас озвучиваю правду, то я это делал и много лет назад. Когда работал в газете «Московский комсомолец», я разоблачал всяких там коррупционеров, взяточников, пофамильно находящихся во власти. То есть я не изменился, я и сейчас этим занимаюсь. Но если изменился Пашинян, то он должен так и сказать: «Я другой». Иначе все это можно рассматривать в качестве карьеризма, не более. А поголовная эйфория спадет рано или поздно. От Робин Гуда до шерифа Ноттингема один шаг. Я бы хотел видеть господина Пашиняна в кресле премьера, но также хотел бы видеть его программу и услышать его ответы на многие волнующие меня вопросы. Если бы Пашинян, скинув Саргсяна, потребовал бы новые выборы в парламент, а в качестве премьера был бы в Рио, пусть даже он сам, то это было бы одно. Но Пашинян сам уперто хочет стать премьером. А значит, мы должны знать, who is Пашинян and what does he want? Опять же, это мое субъективное мнение. С одной стороны, меня радует, что российские СМИ более сдержанно относятся к ситуации в Армении. Видимо, по той причине, что, ну, еще не разобрались, как им на это все реагировать. Кремль не дает однозначную оценку.
С другой стороны, имеется определенная часть российских горе-аналитиков, которые пытаются связать Ереванскую революцию с Майданом. Так и хочется сказать, а не пошли бы вы к черту со своим Майданом. Кто-то и вовсе пытается умолчать экономические проблемы внутри Армении и связывает события с нерешенной карабахской проблемой. Таким скажу однозначно. У армян нет карабахской проблемы. В Карабахе армянская речь. Карабах де-факто часть Армении. И ни Грузии, ни России, ни Украине нечего вообще приписывать Карабах на какую-то для Армении проблему. В таком случае обратите внимание на ваши проблемы. Проблемы Крыма, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. У вас куча проблем, если Карабах проблема для Армении. Более того, удивляет и другая часть аналитиков, которая Саргсяна считает синонимом России. То есть, если кто-то против Саргсяна, тот против России априори. Логика стекловатая. Уважаемые, в таком случае в ваших же интересах ставить на постсоветских пространствах таких руководителей, чтобы они выполняли все чаяния народа и поднимали страну только ввысь. Уверен, тогда и не стыдно было бы синонимизировать саргсянов и им подобных с Россией. А пока что подобные саргсяны взращивают нищету, Россия будет представляться не в лучшем свете не только для Армении, но и во всех постсоветских странах, где по вашей же логике во главе государства стоит синоним России. А высказывание Андроника Миграняна оказалось так и вовсе на грани фола. Это называется ахлократия. Вот сегодня то, что происходит в Армении, это ахлократия. Это родоплеменной уровень политики. Этого вы хотите? Образуйте делегацию от имени митингующих. Пусть эта делегация сформулирует свои требования, встретится с представителями власти и начнется нормальный цивилизованный разговор. А не то, что охлос, это чернь, грязь будет диктовать кому и как жить в стране. Позор! Мне стыдно, что я армянин в таких случаях. Браво! Андроник Мовсесович, мы однажды с вами встречались в одном из армянских консульств. Обсуждали с вами переход Армении от президентской формы правления к парламентской. Так вот, что я вам скажу. Целиком и полностью поддерживаю вас, ваши слова. Поверьте, мне тоже стыдно, что вы армянин.